На Ильинской площади Саратова совершен чин основания храма во имя святого пророка Божия Илии, рассказывают наши коллеги. Площадь, на которой теперь строится церковь, свое название получила по некогда бывшему здесь храму во имя святого пророка Илии. Этот храм был утрачен в советские годы. Отрадно отметить, что у строящегося Ильинского храма уже есть постоянные прихожане, которые на протяжении нескольких лет собираются на молитву во временном храме, расположенном в приспособленном помещении. Чин основания храма, который мы сейчас только что совершили, является, как известно, первым общественным богослужением в стенах строящегося храма. Этот храм достаточно быстро строится, и мы сейчас молились о скорейшем завершении начатого дела. Я бы хотел призвать вас также к тому, чтобы и вы, в меру своих сил, также молитвенно участвовали бы в завершении начатого дела, чтобы этот храм как можно скорее был построен, и как можно скорее в нем бы начались богослужения. Новый храм будет рассчитан на 200 человек.